Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. А впрочем, ничего нового! И сегодня у меня на канале кто? Титька! Титька! Здрасте. Короче, ребята, мы недавно делали распаковки детских адвент-календарей. И косметика в детских адвент-календарях, если вы вдруг не видели, оказалась на удивление реально очень нормальной. Посмотрите, это детские полноразмерные румяна. Тени. И сегодня, короче, мы решили, что мы будем делать макияж детской косметикой. И делать мы будем детский макияж. Максимально детский. Мы, короче, забили в Яндекс запрос, какой макияж... Нет, как мы забили, подожди? Детский макияж, видно, нет? Может, вот это будем делать? Ребята, ну что за детский макияж? Прикинь, какая криповая девочка, я бы обосралась, если бы увидела ее на улице. Прикол. Будем делать такую киску, ребят. А вот тебе как такой макияж? О, очень красивый. Вот его будем сегодня делать. Я считаю, это то, что мы должны просто высраться, мы должны это сделать. Ладно, знаешь, я считаю, давай выберем два детских макияжа, и каждый... Каждый будет делать свой макияж? Да, чтобы было интереснее посмотреть, какой детский макияж получится лучше. Ура! Давай. А вы обязательно напишите, чей детский макияж вам понравится больше. Я считаю, что вот этот ребенок, он просто потрясающе выглядит, потрясающе плохо, поэтому я убираю его. Кстати, ты видела мою новую обложку для телефона? Мне, короче, кто-то из детей сделал вот такую вот фигню. Ой, извините. Вот как вот здесь вот. Но это было по атаке титанов. Я подумала, а что у меня так титанов есть? Я могу сюда поставить Бакуга, ну и, в общем, теперь у меня такая обложка. Отмечайте меня чаще на ваших манипах прекрасных. Такого плана. Да. В твоем стиле. Телька пытается найти оптимальный детский макияж. Да, детский макияж, который сможет повторить взрослая тетя. Мне кажется, вот это я не смогу повторить. Ты знаешь, они тут выглядят взрослее, чем ты. Эти дети с их детским макияжем выглядят взрослее, чем ты. О, смотри, какая. I'm a Barbie girl. Слушай, вот это выбирай. Чек. Все, мы выбрали детский макияж. Тилька будет делать такой. Тык. Я буду делать такой. Тык. Я не могу на это смотреть. Мне кажется, ее удалили зубы мудрости, ее разнесло. Бедный малыш, посмотри на этот взгляд взрослой женщины. У нее прожженный. Прожженный, как будто она такая, типа, знаешь, на подоконнике по утрам курит и думает о них. А моя уже до вписки. Твоя после, моя до. Кстати, да, реально, твоя посвежее выглядит. Моя это вообще такая, типа, уже умудренная опытом женщина. На самом деле, это не смешно. Это очень грустно. Да. И шейм тем родителям, кто так делает со своими детьми. Ребенок должен сам выбирать. Но если он сам выбрал, то это вот, он молодец. Слушай, я, пожалуй, начну этот великолепный макияж с бровей, потому что у меня акцент на брови. Если тут вообще можно делать что-то с бровями. Мне кажется, тут если найти какие-то тени. Давай, во-первых, все выложим. Давай. Да. Придется делать черные брови. Не иронично, но что поделать. Черные брови, Лиса. Ну что ж, я начинаю к макияжу приступать с бровей. Тилька, а ты, понимаю, я так с румян начинаешь. Да. Расчесываю мои брови. Я возьму твое зеркало. Да, бери. Я, короче, всегда держу эту палетку, потому что она самая большая, у нее зеркало огромное. И очень часто, когда делаю проверку другого макияжа, у меня в руке всегда это зеркало. Да. Или такие пишут, ты красишься Джеффри Старом. А я Все, я начинаю с румяшечек. Румяшечки наношу вот такой кистью, которую ты... Кстати, кисть была в комплекте, а я тоже использовала детскую бровяную кисть и расчесывала ей свои брови. Я использую, короче, карандаш для бровей, детский карандаш для бровей. На самом деле это детский каял, чтобы рисовать стрелки, но мы будем его использовать в красе бровей. Нифига себе у тебя тут. Я один мазочек тернула, вот так вот и сделала. Да просто косметика Джеффри Стар пользовалась. Не пытайся никого да обмануть. Да нет, я тебе отвечаю, я взяла вот эту вот хрень. Смотри, вот, смотри. Ты видишь? Да. Жесть, да? Полная. О мой... Господи, посмотри, насколько пигментированный карандаш. Я реально вот только-только прикоснула, посмотри, какой он черный. Он реально черный. А у меня это, знаешь, я получаюсь как из сказки про это, морозка. Ты реально морозка, а у меня что будет? Женщина, которая потребовала любви оплатить? Ласки. А ты посмотри на мою бровь просто, какой он черный. Джиги. Ой, да. Я бабкин джиги. Ничего, сейчас мы сделаем вообще лучший макияж детский. Все дети потом будут делать этот макияж. Кстати, если ты ребенок, то обязательно делай такой макияж потом и выкладывай отмеченность в инстаграме. Слушай, вот рофлы, посмотри, какая это бровь получилась. Ты посмотри, они чуть-чуть пятнами ложатся. Ну, пятнят. Это просто ты краситься не умеешь. Не умею красить. Не пытайся никого обмануть. Не умею краситься, ну, мам. Открой! Мои первые штрихи сделаны. Я считаю, что мы похожи с ней. Я сделала все возможное. Я считаю, что у нас практически одно лицо, только мне нужно больше тоски во взгляде.
А мне кажется, у нас с ней очень даже хорошо. Да, вы похожи. Мне кажется, это одно из самых странных видео на моем канале, хотя они все странные. Сколько странных видео на канале ты хочешь? Да. Так, ребят, расчесываем брови наши, потому что они должны быть графичные и прекрасные, поэтому подрасчишем их. Вот эта вот штука, которая для расчесывания вообще никак не подходит, но у нас нет вариантов. Тигр, тигр, а не кот. А мне нужно, короче, найти цвет, который я смогу себе нанести на глаза. Наверное, вот этот. Вот такой вот я из палеточки беру вот эту вот штучечку и буду сейчас делать все теняшечки. Теняшечки, сияшечки. Вечером она такая королева, а утром идет в детский сад, и вообще приходится без макияжа быть. Да. И никакой тебе власти. I'm in love with a coco. Coconut. Это из другой песни. Да, ты похожа на ту псину, которую брови нарисовали. Так, ладно, кажется, я накрасила брови. Они у меня получились немножко более черные, чем у нее. Знаешь, мне кажется, по нам можно показывать, как надо краситься и как не надо краситься. Как краситься нормальный человек, как краситься ненормальный человек. А нормальный человек не будет красить детской косметикой и использовать черный карандаш для бровей. Так, смотрите, ребят, я беру теперь румяна. Следующий этап у нас будет румяна. Я просто боюсь тени рисовать. Я, в отличие от Тильки, возьму вот эту вот пуховку и буду использовать ее, потому что мне кажется, что пуховка будет по-другому. Давай посмотрим. Так, берем с вами. Я просто привыкла кисти. Работать. Я привыкла работать руками и ртом. У каждого свои техники. О, смотри, видишь, как пуховкой по-другому. Ну блин, вот я и говорю. Мне нужно сделать как-то темный цвет. Я возьму фиолетовую помаду. Такая она, конечно, мамкина шалунья. Больше я на мамкину шалунью сейчас похожа. Прям можно мне на конкурс пятилетка отправлять. Мне кажется, я там очень хорошо зайду за своего. Я теперь комплексую. У меня из-за тебя комплекс неполноценности. Только сейчас начался. Ну я просто, я сижу как баб Маня, которой только что в первый раз дали косметику. И ты такая, так красивенько все нанесла. И я такая, типа... Теперь я немножко перебахала с румянами, они получились достаточно розовые, но у нас еще одни румяна, и я сейчас намешаю одни на вторые, и мне кажется, будет лучше, потому что эти посветлее, видите, это более светлый оттенок. Итак, ребят, у нас готовы румяна, у меня готовы потрясающие мои брови, брови твоей мечты, мечты твоих родителей. У меня должны быть розовые тени. Ну, у нас розовых несколько есть, вот смотри, да. Есть такие розовые, а есть вот такие, которые на мне. Вот этот оттенок. Вот это на тебе? Да. А, это розовый? Да. А, значит, есть эти тени, есть вот эти тени, и еще одни какие-то розовые были. Ну, тут фиолетовые больше. Ага, то есть придется намешивать разные варианты теней, но, в принципе, в взрослой жизни она тоже такая. А еще буду использовать румяна, потому что румяна оказались пигментированными. Начнем, пожалуй, с основного цвета. Основным цветом у нас будет вот этот вот среднерозовый. Я не знаю, как это исправить. Подожди, кисти же мы тоже должны использовать только я эти, да? Я использовала, да. Естественно, только эти, иначе это будет. Ты думаешь, почему мне все так плохо пошло? Ребят, давайте просто сделаем небольшой обзор на кисти, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. Итак, у нас есть вот такие вот кисти, детские кисти. Выглядят так. Я даже не знаю, с какой кисти мне начать. Тут нет ни одной кисти для растушевки, они все плоские. А как ребенок, простите, должен растушевывать свои тени? Я вообще румян делала вот такой кистью. Блин, я думаю, что мне придется этим кисти на веках растушевывать. Ладно, пожелай мне удачи. Ну или не желай. Удачи. А, все-таки пожелала. Конечно, что я, что? Ну, я что, я это? Я что, я шлюпка? Сами, да. Так, а это блеск, да? Да. Можно вот добавить им блеска. У нее там он как раз типа хайлайтер есть, но у нас нет хайлайтера. Я начну с румян, у меня будет основной цвет, это цвет румян. Смотрите, ребят, если вы залажали, берете блеск для губ и наносите его на глаза, смотри. Сразу другой человек. Кого-то меня облизали. Тебя как будто реально кошка полизала. Так, ребят, ну вот, у нас основной цвет готов. Теперь нужно каким-то крабом это все растушевать. Растушевывать я буду с другими розовыми румянами, вот с которыми посветлее, вот с этими. И буду использовать кисть для румян. А растушевывать вот такой кистью практически нереально. Почему я вообще пытаюсь какие-то профессиональные методы использовать? Я стараюсь краситься, будто я пятилетняя девочка. Мне кажется, у меня получается. Это мой стиль сегодня. А я стараюсь краситься, как пятилетняя девочка, которая смотрит блоги о красоте на ютубе. Твои причем. Да, ну естественно. Ну, посмотри, я тут растушевываю. Да ё-моё, я сейчас выйду, я уйду из этого видео. Что я здесь забыла? Просто посмотри на меня. Посмотри на меня и посмотри на нее. Посмотри на нее. Какая она нормальная, какой я бомж. Быть бомженькой, это нормально. Главное, иди по своему пути, не сворачивай с него. Однажды ты проснешься, папа с ногицей. Итак, ребят, продолжаем наши уроки для самых маленьких. Сколько комментариев будет о том, что мы под чем-то? Все!
гусь. Ну так, ребят, все еще продолжаем растушевку. Растушевка получается достаточно нежная. Вот, это такой лайфхак мейкап-туториал легкий был. Теперь мы берем с вами плоскую кисть. И я, пожалуй, буду использовать вот эти вот бежевые тени, пока телька там пытается спастись. И наносим их на верхнее веко. Помни, что ты делаешь макияж для ребенка. Ты должна показать ему, объяснить, как делать это правильно. Так, мы это все тоже нанесли. Теперь осталось обработать нижнее веко. Если что, телька рядом, она просто там, но она здесь. Я исправляла макияж. У нас летсплей, ребят. Она берет карандаш и тыкает его себе в глаз. Непонятно, зачем она это делает. Возможно, у нее была какая-то тактика, и она ее придерживалась. Возможно, она хочет остаться без глаза. Знаете, как говорится, в глаз раз или туда раз. Поэтому она выбрала глаз. Она готова остаться без глаза, ее выбор здесь был очевиден. Возможно, у нее получается эффект, как будто она вчера всю ночь бухала. Бухающий ребенок. У меня вопрос. Кстати, без этой херни было лучше. Ну, понимаю, но мы делаем макияж аутентичный. У меня вопрос. У тебя есть только два варианта. Пойти в душ. Так. С Вангаем или с Милохиным? С кем ты пошла в душ? В чем подвох? Ни в чем, это просто вопрос. С Вангаем, наверное. Ваня, напиши мне. Она привлекает самца. А ты пойдешь, если ко мне ванну придет Вангай? Не. Почему я не похожа на эту маленькую шманду? Может, мне надо так же улыбаться? Тем временем у меня практически макияж готов, мне осталось стрелки нарисовать, потому что у нее стрелки. А у моей есть стрелки? Да, у тебя тоже. Ни хрена, а что это значит? Ладно, держи, яйца держи не мне яйца. Сижу. Вот это я смогу, там надо подвести. Вот так вот, внутри слизистую. Да? Ну вот. Вот смотри. Вот так стало лучше. Ты даже на нее стала похожа, посмотрите. Ну просто одно лицо. Берите на нее на американский конкурс детской красоты. Лайк, если вы еще не поставили. Надо смотреть на этот момент. Похоже на корейский макияж, типа очень такой, в таких красных тонах. А корейский макияж собаки-убиваки, не иначе. Ну да. Я так сейчас поняла, что нам потом еще снимать видео про Дан календари. Придется мыться. Давай снимем в этом макияж. Да, давай, ладно. Я готова. Как вы думаете, мне кажется, мы с этой девочкой одно яйцо просто. Одно лицо, не иначе. Я думала, что будет гораздо, гораздо хуже. А теперь моя очередь рисовать потрясающие стрелки, потому что моя щека тоже со стрелками. Ну так, нарисовала одну стрелку. Кыса-кыса. Ну, почти как у нее. Ну, ребята, да, реально, просто учитесь красить по детским макияжам, потому что если уж пятилетка справилась, то и вы тоже. Кстати, тут есть пятилетние. Сколько вам лет? Интересно, кто самый младший подписчик моего канала. Макияж маленьких шлындер. Так, теперь у меня очередь делать тоже губы себе. Я возьму вот такую потрясающую помаду, розоватую, нанесу ее. А есть еще блестяшки, у нее там наверняка блестят. Да, и у моей тоже блестят. И блестяшка тоже возьму. Меняться. Давай возьму это. А я это. И покрываем блёстками. Блестяк. О, да. Мама, возьми меня на конкурс. Прям такие Барби. У меня не настолько супер розовые, у меня тут вообще возрастной нюд. Вот, такой вот возрастной нюд. Но у тебя, да, поярче надо сделать. Я в шоке, что мой макияж детский получился вот таким. Я молчу. Я маму взяла косметику и первый раз крашусь. А я пытаюсь найти себе папика или мамика. Алименты. Ребят, кто на этом конкурсе красоты его победил? Тут две малышки. Серебряная шлындра и золотая шлындра. Голосуйте, кто победит на этом конкурсе красоты. Все. Макияж готовы. Такие вот у нас образы получились. Мой прекрасный, замечательный макияж. Ох, золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая. И макияж титьки. Ну да. Я даже комментировать это не хочу. Но мне идет, у меня под волосы сочетать. Как это не иронично, но да. Что ж, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня сейчас вырвет от этой помады, она ужасная. Да, она очень невкусная. Все... А ты еще вот это не пробовала, которая блестящая. Она просто очень мерзкая. Да. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч.